Изготовление стрел. Красота. И одну очку получили. Вот понимаете, почему я хочу это делать? Это позволяет нам прокачиваться. Всем привет, дорогие подписчики канала Брелотейч Инкорпорейтед. До связи веских. Сейчас немножко камера мелькнула. Аги! Удивительно! Все-таки сегодня третий эпизод. Отправляемся с вами в Сибирь. Надеюсь, все готовы. Я лично готов к волкам, ну, которых мы с вами видели в прошлый раз. Так что давайте не будем тянуть кота за хвост, отправляемся. Буду рад, кстати, вашей поддержке. Лайк, комментарий, подписка на канал помогает продвигать наш канал. Вы помогаете нам, тем самым уделив одну секунду вашего времени. А мы вам, соответственно, в обмен на это даем прекрасное, хорошее настроение. Мы, это я и мисс Крофт, разумеется. И буду рад почитать ваши комментарии, что думать по поводу сюжета этой игры. Если честно, я уже просто придираюсь к мелочам. Обожаю это, реально обожаю. Что ж, будем веселиться, будем искать плюшечки и вкусности. Ну, хорошо, погнали. Так, вебка вырубить. И погнали вперед. Вперед, 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 вперед. Так, сюда. И сюда. Продолжаем. Продолжаем наш разговор. Ну, конечно, за закуски зайти, с другой стороны. Ну, в принципе, я думаю, с точки там, где мы сохранились, там они появятся. Я надеюсь же, не с автоматического сохранения, там, где я сохранился в последний раз. Последний раз сохранился только в одном месте. Так что погнали, я думаю, проблем быть не должно. Ой, так. Долго книжку загружается. Вообще, мне интересно, вот знаете, я просто думал, вот, когда записывал предыдущий эпизод, когда я закончил вот записывать, у меня в голове прозвучала мысль, может быть, все-таки перепройти вот Сирию и забрать эту реликвию. Но потом я подумал, что нет, не буду, ибо каков в этом тогда смысл, если... Нет, я не против, как говорится-то... проходить это все на полную, так, чтобы мы могли полностью каждый кусочек изучить, все это собрать. Я рад бы. Сам рад бы. Но есть эта проблемка. Дополнительный костюм для Ралы костюм, который более всего подходит к ее приключению, доступны несколько видов костюмов. Они открываются по ходу игры за выполнение определенных заданий. Некоторые костюмы дают преимущество. Смените костюм, можно в базовом лагере вне оружия. Подождите. Я же... А! Я еще одно могу? Это типа за то, что я изучил костюмы? А, ну нет, если так, я только рад. Так вот, прежде чем, пока я тут не начал вспоминать, что я тут еще хотел брать, в общем, я что хотел сказать. Так, все, я забыл, что хотел сказать. Сейчас. А, по поводу Сирии, да. Ну, смотрите, Лара же сама по себе же не каждую гробницу везде лазает и что-то находит. То есть она не везде же вынюхивает. Она же тоже как-то вот старается успеть за врагами. Мы и так долго везде лазали. Так что в теории... Плюс я, кстати, пересматривал вот этот эпизод. Я просто заметил, что она сразу туда лезла. Поэтому, да, мы могли вылезти, но как-то я не додумался, что если надо будет вылезть, значит, что-то там рядом есть. Я как-то не додумался до этого. Мой косяк, не спорю, но, опять же, Лара тоже не могла бы не додуматься. Так что, в принципе, все нормально. Ладно, давайте выбирать. Внимательность. Инстинкт выживания облегчает нахождение объектов испытания. Полезно и бесполезно. Хотя... Вот вы помните в прошлую игру, просто Tomb Raider, Августу, которую мы с вами проходили?
Такая же фигня у меня была с поиском конкретных предметов. Может быть, и оставим. Легкая походка. И бесшумно покатиться и получить меньше урона. Бесшумно. То есть стелс. Да нет смысла мне в нем пока что. Находчивый боец. Выводите из строя или убивайте врагов самодельными переносными предметами. Быстрое изготовление. Конечно, интересный, но пока не к спеху. Возврат стрел. А 20 стрел толк есть, но опять же будет переполнение инвентаря. Больше боеприпас, звериное чутье. Отслеживание полезно. Толстая кожа. Железная шкура. Атака уклонением. Вот она бы, кстати, нам не повредила бы. Но учитывая, что мы сейчас пока просто будем еще изучать местность, то есть, скорее всего, будет охота, я думаю, нам впереди пока особого нечего делать. Нет, ну серьезно, сами подумайте. Мы будем просто охотиться сейчас, скорее всего. Убийца-эксперт. В бешеном режиме в автоматически получить... Нет. Давайте мы тогда сейчас, знаете как... Лесная походка мне реально интересна. Вот давайте лучше внимательность возьмем. От внимательности толку больше. Да, давайте ее возьмем. Ну просто реально, мы будем видеть сейчас испытания, мы будем их выполнять. Я не буду на них особо зацикливаться, у нас будет уходить меньше на это времени. Да, давайте вот так возьмем. Вообще приятно. Хорошо загляну. Так, а... гору пройдет на 100%. Обидно, что Сири только 95, там только одну реликвию я не нашел. В самом причем начале. Ох. Ладно, погнали. Пока я не передумал. А. Кстати, подождите. Нет, не сюда. Мне чисто технически интересно. Вот по сохранениям. Да неужели? То есть... базовые сохранения все же есть, да? Слушайте, это меня радует. Ладно. Шкуры убитых животных пригодятся для изготовления снаряжения костюмов. Ладно, давайте изучать. Гарфилд заработанный. Гарфилд оставил? Подожди, здесь можно оставлять что-то. А куда я иду? А, это я к лагерю выхожу. Я думал, нельзя идти сквозь эти кусты. Так, стоп, минуточку. Первое, мне любопытно. Что здесь такого может быть? Может, что-то я... А ты что такое? Древко. Твердый древесин. Твердый древесин пригодится для улучшения оружия в лагере для изготовления стрел. Спасибо. Не... Нет, я, конечно, подозревал, что... Под... Нет, я... мы знали, мы улучшали с вами. А что ты не хочешь лазать, а? Нечего зацепиться? А камень не можешь зацепиться? Вот серьезно, Лара. То ты можешь, что ты не можешь. Меня больше сейчас смущает, что здесь полно этих волков бегает, и ни один не хочет говорить. Хотя, может быть, они просто понимают, кто я такой. Вот еще. Но зона для изучения, я смотрю, большая. Нам как бы туда. Ну, походу я что-то еще на. Ну, гуси, лебеди. Так. Пока что это никак не опустить. Подожди. Я тебя прокачивал.
с Ямантау, в общем, в Яматае, да-да-да, Яматае. И ты хочешь сказать, что ты не взяла с собой крюк, который тебе поможет это все скрывать? Да в жизни не поверю. О, бедняга. Ну, хоть наши что-то. Не знаю, кстати, прокачивал. Опыт прокаты. Карта обновлена. Ранцы Георгов искать приключений. О, подождите, то есть я карту нашел? Пещера. Рядом вторая еще есть, хорошо. Аварийный тайник. Зона охоты. Есть еще, давайте вот за этим тайником. То есть, есть парочка пещер, аварийных тайников. И вся карта местности. Слушайте, я прямо грамотно пошел. Так, ладно, давайте еще тогда пещерку одну найдем. О. Прочные заграждения. Уничтожать прочные заграждения выстрелами взрывчаткой. Ясно. А это, так полагаю, откуда? О. Магнезированная руда. Можно изготовить особые боеприпасы и взрывчатку. Спасибо. Мне как раз ее не хватало. Что там еще валяется? Лишайник. А, перья. Пригодятся для улучшения оружия. В общем, сегодня у нас прямо какой-то стрип по собирательству. Кто говорил? Точно что-то видел. Кстати, а какое здесь испытание? Чисто из любопытства. Не выполнено испытание одно. А какое? Кто подскажет? Я просто не вижу этого испытания. Но почему-то мне кажется, что оно связано вот с этим. Обычные стрелы. Бесшумные стрелы. Нажмите РТ во время прицеливания, чтобы нанести дополнительный урон. Кстати, подождите, а какое у меня задание сегодня? Ой, извините, да? Найдите следы затерянного города Кенигра. Обыщите в поисках следов затерянного города. А. То есть... Ну, хотя бы, да, мы как бы уже покушали. Так. А стрелу мы, значит, не получим. То есть я... Стрела-то не повредилась же. Подожди, а я могу здесь? А, вот оно для чего. О. Целый год я путешествовал с монгольской армией как посланник Ордена Троицы. Их хан — великий воин, хоть и язычник. С моей помощью они повергали в прах народы, сжигали города, убивали правителей. Mm-hmm. Все для того, чтобы найти пророка. Бойня, которую мы устроили на Руси, не была напрасной. Мы наконец-то нашли карту. И вот этим самым утром после стольких месяцев в горах мы увидели дома посреди зеленой долины, окруженной льдом. Мы нашли Китежград. Я пообещал хану великие богатства, ему этого было достаточно. В наеме какой-то. Но настоящая победа будет одержана во имя Бога, когда мы сотрем ложь пророка с лица земли. И, наконец, святой источник будет нашим. Ну да. Представляю себе, как императорская семья и князья русские вам бы это все дело отдали, да. Так я и поверил. Ладно, идемте. Ну, мы уже, кстати, находим отголоски Китежграда. Я вот свой лагерь вижу там вдалеке. Это оленина. Оленей, кстати, здесь много. А я могу тут прыгать?
Могу и не могу. Смысла в этом нету особого. Ну ладно, будем собирать тогда все понемногу и улучшения проводить. Нет, ну а почему бы нет? О, это что у нас? Побоище в гробнице пророка многому меня научило. Мои братья мертвы, убиты все до единого. Последователи лжепророка гибли сотнями, но в конце концов они одержали победу. Я как мог запечатал вход в гробницу и сказал жителям соседней деревни, что пророк наконец-то мертв. И пусть держится подальше от этого места. На самом деле мне неизвестно, выжил ли пророк или нет. Но я следую за ними по пятам. От Ордена Троицы не уйти никому. То есть ты запечатал гробницу и говоришь, что идешь за ним по пятам. Да ты худший менеджер по исполнению своих должностных обязанностей. Вот серьезно. Нет, ну реально он позорник. А как вы еще хотите, чтобы я его называл? Если реально человек опозорился, вот. Не выполнять свою работу совершенно. Так. Ты без пушки? Ну, хотя, в принципе, Россия, ладно. Готов поверить. Так. А, вот ты куда упала. Ну, кстати, мне нравится, как сделана здесь местная физика. Вот это реально меня радует. Вот к чему, к этому не придерусь. Хотя, придерусь. Мы бы свой прош... Аварийный тайник. Аварийные тайники содержат множество полезных ресурсов. Шкура мы бы нашли, это хорошо. Так, карту, пожалуйста, мне. Один мы уже нашли. Ранец географа. Но это как раз была карта. Это следующий тайничок. Хотя можно вот сюда пройти. Аварийный тайник номер 2. И обойти вот здесь по периметру. То есть можно поохотиться. Плюс наверху что-то есть. И там что-то есть. В общем, есть чем заняться. Главное, чтобы собаки на нас не огрынулись. Это я заберу сразу. О. А вы чей будете? А, это Пинатерфоси был здесь, да? То есть это как бы информация о том, кто из моих знакомых раньше здесь был. Ладно, допустим. Ну, заодно, кстати, познакомьтесь со всеми, кто у меня знаком с ним. Кто, с кем я знаком в Стиме. О! О! Византийские монеты. Людям из города в долине мы пообещали напасть с рассветом. Но сами двинемся с восходом луны. Вот. Же. Погоним перед собой Хашар. Пусть пленники Запада заслоняют нас от врага. Их мало осталось после перехода по горной дороге, но все должны служить Орде. Город манит нас. Он как долгожданный дар. Мы заберем свое и вернемся с добычей. Но учитывая, что ты тут валяешься, ты с добычей не вернулся. А Китишград устоял. Это хорошие новости для меня. Ой, заяц. Так, а это пещерка? О. А это вот не заперто. И что меня тут ждет? Медведь? Надеюсь, что нет. Так, подождите, не сюда. Куда мне сюда, да? Да, я вошел в пещеру. Давайте я сохранюсь здесь. Мне просто... У меня почему-то появилось такое, знаете, ощущение, что мне сейчас будет кранты.
Да, пожалуйста. Да, при вас все это делаю. Кстати, не... закрыто. О. О, документик. Пророк и его последователи передвигаются под покровом ночи, следуя по извилистой границе Восточной Империи. Мне неизвестно, куда они направляются, но, думаю, не знают и они сами. Но они понимают, что мы не дадим им покоя до тех пор, пока их ересь не будет вычищена под корень. Жители приграничья дают им убежище. Но что странно, они не выдают мне никаких полезных сведений. Я могу угрожать им гневом Троицы или приставлять кинжал к горлу. Они все равно молчат. И молча умирают, оставшись верными пророку. У него странное влияние на людей. Что ж, тем важнее заставить его замолчать. Вот человек просто обрел бессмертие, нашел секрет вечной жизни. Нет, надо всех убивать, чтобы все помирали. Это, конечно, понимаю, популяция и все такое, надо все это обеспечивать, не отрицаю, но... Неужели просто вы не хотите нормально жить в мире? Ну вот серьезно. Что за смехопанорама вот такая? Так, ну дальше пока идти я не могу. Надеюсь, никто сейчас на меня не нападет? Но вот пока я в пещере, я не могу доставать лук вот в таком переходе. Значит, пещеру я изучил. То есть пещера чисто для добычи ресурсов. Сначала падаем. Способная ученица. Корона киевского князя. Как она здесь оказалась? Меня больше удивляет другое. С хули у киевского князя вообще корона? У нас не было корон. Нет, серьезно. Насколько я знаю из уроков истории, да и не только, у нас никогда не было никаких корон. Так, да. Кстати, я поднял перо? Да, поднял. Так, ладно, продолжаем эти разговор. Руины. Монгольские. Сомневаюсь. Они особо-то ничего не строили. Максимум, что могли. О! Троица. Они здесь. Центр, как поняли? О, черт. Что это было вообще? Не знаю, что это было. Давай добываем. Идем дальше по периметру. А там уж потом определимся, что было, что не было. Что мне вот с вами делать? В большинстве записей прославляется военная победа, но, похоже, они оставили что-то в этом районе. Карта обновлена, один тайники с монетами. О! Вот это мне уже нравится. Один тайник рядом с моим лагерем. Причем рядом там, вот не зря. Вот я же говорил, там что-то есть. Нет, 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 мы ничего не покажем. Ничего не будем показывать. Тебе это не надо. Ну да, ну да, ну да. Пошел я, как говорится. Так. Ближайший вот. О. Неплохо. Да зараза. Спустил тетиву. Она-то уходит.
Так, я сразу вот эту помечу, чтобы потом про не забыть. Она все равно идет в сторону моего лагеря, так что не потеряй ничего. Зайка, не мешайся. Я на косулю охочусь. Она... Не уверен, конечно, откуда точно. Но в одну я попал. А, может быть, она там где-то легла. Давайте просто сначала разберемся с охотой. Чисто технически хотя бы. Мне реально это надо сделать. Иначе я просто не смогу потом этим нормально пользоваться. Но все-таки нам это реально нужно. Добыть припасы, прокачаться по максимуму. Наверняка же что-то найдем. Ну, кстати, давайте заодно монеты заберу. Подождите. А, это для стелса. Это знаете для чего, я понял. Здесь нас будут выслеживать. И мы будем забираться наверх и чисто прятаться таким образом. Ясно. Слушайте, это реально интересно. Так, по оружию давайте прокачаем, что можем. Лук. Что нам доступно? Шкур, если еще полно, то по оплетке у меня ноль. Материалов тоже немного. Шкур достаточно, железа ноль. Ну, одежду я не трогаю. Ладно. Будем разбираться по ходу дела. Я не эксперт. И... Нет, по выживанию может какой-то эксперт, конечно, но не на 100%. Поэтому давайте вот будем просто пробовать, экспериментировать. Начнем с зайцев. Утку я бы тоже прибил бы, но не думаю, чтобы у меня получилось бы. Хотя... Ну, у меня 4 стрелы, кстати, осталось. Да, их можно прибить. А получится одновременно двоих? Одну хотя бы. Хорошо. Начинаем с малого. О. Заяц. Нет, мне нужно, чтобы он встал. Вижу самочку. А что, если я попаду ей в голову? Я тебе в древко, в голову попал. Есть. Ой. Звериная шкура. Убивайте животных. В общем, надо стоять к ней задницей, пока она будет убегать от выстрела в точную сторону. Мы будем... Она хотела сбежать. Она хотела сбежать. Не смогла. Нет, жалко, конечно, но... Надо тогда в лагерь сейчас идти, делать... Что? А реально, что делать? Остается только делать новые стрелы. А, я могу их сам делать. То есть мне не надо лагерь для этого. Так, это уже много чего радует. Сайт даже не понимает, что ему грозит. Ты
Слушайте, прям естественная рогаткая. Всех видов размеров и мастей поймал я. Так, дальше попробуем оленя поймать. Есть такое желание, знаете ли. Ну, можем, давайте собирать. Конечно, понимаешь. О. Я в легкое попал? А, это та, которую я ранил, что ли? То есть они сохраняют... О, кстати, следы крови. Реально, это она. Вот это... Вот это мне нравится. Надо, конечно, еще животных бы прокачать. Давайте тогда мы сейчас попробуем поохотиться сейчас по-нормальному. Так. Зараза, я думал, попаду. Но не попал. Убегает. Ну ладно, давайте попробуем достать. Кстати, есть возможность забираться. На веревке, я тут веревку видел. Где-то. О, вижу одного. Причем вдалеке, но хорошо стоит. Ха! Вот что значит мастерство. Видели, птицы? Давайте еще наверх туда поднимемся. О, большие рога. Правда, он убегает, но... Жалко, конечно. Но давайте попробуем. Да, день, прям у нас какой-то зимний сезон охоты. Ну, в принципе, у нас был такой эпизод с вами. Ой-ой-ой-ой, ты что? Обезумел, что ли, парень? Я на тебя охотиться, а не ты на меня. Ну, кстати, реально, надо бы прибить бы его теперь. Он пытался на меня наехать. Я этому никому не прощаю. Так, он, скорее всего, пойдет по этой дороге. Русак, с дороги. У меня охота. Лара голодна. Я не удивлюсь, что если он где-то вот здесь сейчас нас ждет. Причем, кстати, где-то рядом, мне кажется. Я знаю, я его не вижу, но мне так проще... Я знаю, это звучит удивительно, тупо, но все же мне так проще их видеть. Не спрашивайте как, я просто заключаю движение. Знаете, это... Это как будто у вас дальтонизм. Вот... Во времена Второй мировой войны, даже не Второй мировой войны, а во Вьетнам, брали людей с дальтониками, дальтоников. Знаете почему? Потому что они... О, видите, там, кстати, наверху что-то есть. Потому что они могли различать силуэт движения. Тут похожая фигня у меня. Так. Так, а тут ты не хочешь зацепляться, да, никак? А! Это мне типа оттуда надо сюда? Я не хочу. Хотя... А есть возможность оттуда забраться? Нет, мне нужно лезть именно туда. Так, хорошо. А здесь... А, вот тут есть возможность. Давайте хотя бы сюда сходим. Ну, просто надо поднять немножко опыт. Давай, залезай, Лара. Плюс, о, как раз олень. Он сейчас успокоится, а мы пока сверху тут снимаем все. Карта обновлена. Документы и фрески.
Так, вот это хорошо. То есть, вот здесь мы можем возвращаться, но в Сирию нам не дадут. То есть, это, по сути, смесь классической лары, когда ты не можешь получить конкретную религию, и здесь, которую можешь. Так, и вот тут у нас еще какой-то документ ждет. Плюс еще аварийные тайники, которые я не открыл. Кстати, опять же, реально, мне это очень нравится. Так. Ой. Забыл. Не та кнопка. Ну ладно. Тут нас ждет документик. Давайте его сразу заберем. Лазание по деревьям. По горным. Можно лазать, да? Но это же не этот документ, да? Тут должен быть какой-то документ. Вы же хотите сказать, что это единственный документ? Так, ну это я понял, что вот... Так, а там я вижу, это... Он просто даже замелькает. Это монета, по-моему, да? Ага, он. Нет, это... Зона хранения. Так, стоп, подождите. А что здесь такое лежит, что я не могу взять? Или мне нужно обязательно залезть по деревьям? Ничего не понимаю. Ладно, допустим, так. У нас еще остался еще один тайник с монетами вот здесь. Идемте за ним. Ну, да, я скрупулезный, да, я Сирию попустил, уж извините. Что я с этим поделаю? Ладно, можете даже не извинять. Ну, зато мы растем здесь хотя бы. Так, ну там две реликвии, там сам пока ничего не доводит, пока мы не сможем прокачаться. Я не понимаю, что вот здесь за документ. Может быть, он в чем-то лежит? Вот здесь должен быть какой-то документ, только я не понимаю, в чем его суть. И может быть он над нами? Нет, в этом был бы смысл, если бы вон там что-то лежало. Даже там ничего не лежит. А чтобы до туда добраться? А здесь вообще зацепляться не хочет. Вот это его и не касается. Ладно, давайте еще раз изучим всю карту. Две реликвии. Ну, мне радует, что здесь мы можем возвращаться в быстром перемещении по лагерю. Находить. Может быть, мы это еще найдем. Продайте, я хочу еще походить на оленя. Сколько у нас древка? Так, карты делаем. Все. О, вижу. Большой. Давай, иди сюда. Да! Грёбаная ленина. Да. Буду брать на упреждение. Чёрт, он меня обхитрил, зараза.
Ты издеваешься, должно быть. Клара, отпусти. Да. Да. Вот и видели. Он живой? О, свалился. А, то есть они помер... Подождите, это не он. Ну вот истощение крови, конечно, может свалиться, я так понимаю. Но не сильно. Далеко он уйти тоже. Вот он. Вперед, Лара. Не упусти его. Изготовление стрел. Красота. И одну очку получили. Вот понимаете, почему я хочу это делать? Это позволяет нам прокачиваться. И олени рога. Все, идемте. То есть здесь всего есть свои плюсы и минусы. Да, лутинг, но с другой стороны. Ну, в принципе, сезон охоты такой своеобразный у нас. Почему бы и нет? Давайте посмотрим, что у нас здесь есть с вами. Сезон охоты Лары Крофт. По навыкам. Учитывая, что там появились точно люди, там, скорее всего, нам понадобится... Уже не по выживанию, что-то другое. Без шума покатиться, получить меньше урона. Вот это, конечно, полезно будет сейчас теперь. Находчивый боец. Чтобы получить больше опыта, выводить из строя или убивать врагов с самодельными переносными средствами. Это полезно, но бесполезно. Получите шанс извлечь стрелы из тел врагов, убитых выстрелами лука. Это поможет сэкономить на ресурсах, что было бы полезно. Контроль дыхания. Сейчас пока не надо. Падальщик. Это когда из пистолета будут, пока рано. Звериное чутье. Пригодилось бы, но уже толку ноль. Толстая кожа. Железка. Атака с уклонением. Атака с уклонением или бесшумка? Давайте с уклонением. Уклоняемся, будем бить просто на ура. Это нас будет спасать. Это реально будет нас спасать. Так, при рюкзаке что у нас есть? Экипировка. Так. Охотничий колчан. Могли бы сделать. Только у меня нет никакой бумаги, это, видимо. Мастерство изготовления. Ранец. Можно было бы сделать. Шкура-то есть, но хоть и не так много. Но все равно. А это патронштат на оружейной ложе. Это, скорее всего, так понимаю, пружина. Красная была. Патронштат для оружейных патронов. В общем... Всю красоту мы это в теории сделать можем. Медведь? Тут медведи есть, мать вашу. Ну, спасибо. Так. Бесшумные стрелы. Я создам эту красоту. Пусть будут. Лук-то мы прокачали, все остальное пока не можем, ясно. Ну что, пойдемте. Хотя мы сегодня неплохо поохотились, 45 минут целых. Или давайте на сегодня пока закончим, да, давайте на сегодня пока закончим, потому что, ну смотрите, уже 45 минут, в принципе, неплохо с вами. Посидели, поохотились. Я думаю, в принципе, нормально как раз-таки, тем более, ну, нужно было сделать такой... Охотничий эпизод, ну сами же понимаете, ребят. Как же быть без этого, как без охотничьего эпизода? Что ж, ребят, надеюсь, вам понравился сегодняшний эпизод. Привычка говорит трансляции. Сегодняшний эпизод. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Дискорд, ВКД, Арт, Телеграм, ссылочки с описания. Если интересно, на чем мы играем на геймсерчике, но на все наши, как говорится, и клавиатуры, и мыши, ссылки тоже в описании. Буду всем рад, переходим, смотрим, наслаждаемся нашими обзорами.
Ну, конечно же, ребят. Мне интересно ваше мнение. Как вам вот сегодняшний эпизод связан с охотой? Мне лично нравится. Я вспоминаю сразу игру Hunter Call to Wild, которую мы проходили, и... Я реально... Вот это мне нравится. Вот. Не могу не сказать ничего плохого про это. Тем более на таком среднем уровне сложности, но чуть выше среднего, что меня устраивает. Так что жду ваших ответов. Напишите в комментарии, как вам такая система охоты. Хотелось бы ли вам в реальности также охотиться? Жду всех вас в комментариях. Ну и, конечно же, Мискор, спасибо большое. На связи был Вескер. Всем до скорой встречи и увидимся в Rise of the Tomb Raider. Удачи!